Ну что, отдохнем? Поехали. Поехали. Заряжай. Ну, с Богом. Не понял. Весту убрать мне? Да, убирай. Ага. Вон тут место есть. Приветствую. Приветствую любителей спецтехники. Приветствую подписчиков. Привет, друзья. Всем, кто смотрит мой канал. Чистим базу, как всегда, от снега. Это у меня дальняя база. Сейчас, блин, не успел камеру включить. Забор фура завалила. Бетонный забор. Ну, он там на въезде. Сюда. Чуть собаку не задавила, нашу любимую. Бетонная плита треснула наполовину и завалилась. Ладно, там вот опора железная держала. Ну и арматура еще. Сейчас я выпрямил его. Отогнул, обратно сделал. Сейчас приварят. Не знаю как, но я думаю, что фура буксовала, наверное, и с разгону, наверное, зашла. Как обычно. И все, что. Я еще чай даже не попил, как сюда приехал. Потому что дофига машин, люди работают, хоть и воскресенье, ну, после праздников. Вот, парковки подготовил для них. И все, вот оттуда выгоняли машины, сюда понаставили мы. Места для машин в самую первую очередь сделал. И все, сейчас спокойно занимаемся своими. Опять сегодня у меня этот пенсионер, блин. Охранник, пенсионер, который в позапрошлом году у меня, я чищу, он в ночную еще бегает у меня, крутится под погрузчиком, чуть ковшом его не зацепил, сейчас опять ползает, лазит. Я неспокойный старикам, блин, он стоит. Неспокойный дед. Вот, блядь. Куда ты под жопой бегаешь? Задолбал уже. Что за придурок, а? Вот. Сейчас надо вот это ему, да, выключатель проверить. Прямо сейчас надо. Я знаю без тебя, регулировщик. Регулировщик, блин, а? Палку полосатую дать ему может. Жезл. Я маневрирую, а, задним ходом. На себя снеготяги. Он прошмыгивает у меня сзади под погрузчиком. Отдыхай, иди. Иди отдыхай в будку, я знаю, что делать. Я знаю работу свою, иди отдыхай. Мешаешься, бегаешь. Да, во, я знаю, что во. Напрягаешь ты меня. И собака еще тут бегает. Как вот его еще сплавить отсюда?
Так-то весело, да, смотреть. Но мне вот нисколько не весело с такими рьяными работягами. Парни уже сказали, и вот-вот электрокара уже защемила. Так же бегал. И бился погрузчик, и вот-вот щеманул. На больничном, говорит, был. И еще не понимаю. Половину работы сделал, даже больше. Все чистенько. Чистенько. Теперь все, что я здесь натолкал, я выталкиваю в ворота. Но вот здесь вот куча старая. Эту кучу натолкал мне погрузчик ихний. Они приспособление сделали. Типа отвала сделали на мульду. Он берет мульду на вилы. И на мульде, на железной мульде, приварено типа отвала. Даже. И вот сюда напихали нам снегу. Он слежался, блин. Слежался. И мне его толкать очень неудобно. А возить ковши не люблю я. Иногда вожу, но сейчас вот я ее на кучу расшевелил, раздербанил. И вот так вот тихонечко вывозим. Все равно вот тогда, когда тащишь по принципу бульдозера, вот это бульдозируешь, всегда больше везешь. Ковш бывает, берется тоже куба 3 или 4 снега, но там такими глыбами. Но это не всегда. А вот когда бульдозируешь, то... так, еще сделаем. Ну, в принципе, и пробились, да? В принципе, пробились. Сейчас еще проход сделаю и нормально. Газ в пол. И пошел. Тяжело. Снег утрамбованный, потому что. Ладно, что. Сейчас его на исходную вытащить. Вот, на исходную его подальше. Сковырнуть, блин.
по нему прыгаю уже. Вот при таких нагрузочках солярка хорошо горит, сжигается. Только так солярка вылетает. 10-12 литров. Поэтому я и по максимально высоко кидаю. Других вариантов уже нету. Толкать уже тут бесполезно. Такие парковочки. Долго, но ладно, здесь как бы доделал стояночки и все, едем дальше. Мы на второй базе, тут нас ждет сюрприз. Скидалится с крыши. Жопа, короче. Очень аккуратно надо будет все вдоль стеночки тихонько-тихонько вычерпывать и влево. Здесь скидали и тут скидали. Ладно бы только снег, но он там со льдом идет. Как бы снизу лед, сверху снег. Ой-ой. Поковыряюсь тут сегодня. Обычно начинаем с заезда. Заезд, потом парковка справа. И пойдем кувыркаться со снегом. Вот сразу я беру. Коробки сами делали так. По периметру квадрат чистый, по периметру из сугроба бортики. Вот тебе хоккейная коробка. Эх. Сейчас тут пару проходов. Там осыпалось он. Я не люблю так, когда некрасиво. Ну, начнем. Так, сразу все заусенки сзади подберу. Незначительные.
Пентуточки. Я с этого угла вывез уже. И так ковыряем и отсюда, и справа. Опять же для начинающих. Вот в таких ситуациях, когда снег берешь, ковш, смотрим на стену. Внимание больше на стену. Как начнет прогибаться, так стоим. Очень аккуратно берем. И также, когда вдоль стены идешь, ну, в основном вот этот профнастил, вдоль стены, когда идешь, тоже на стену посмотрю. Еще бывает, что что-нибудь да под снегом оставят, балку какую-нибудь, поддон, и этим поддоном можно разворотить, блин. Потом доказывают, что ты не видел. Как бы работа тоже такая нетрудная и тяжелая. Взял, везешь. Время работает. Единственное, что вот такие вот бывают места, где выковыривать надо снег аккуратненько. Ну и вдоль забора вот такого, бетонной плиты забор, вдоль него тоже аккуратненько надо, потому что он стоит на таких надолбах. Такие квадратные надолбы, бетонные. Слишком близко прижмешься, ты в эти надолбы ковшом бахнешь, упрешься всего маху. Так что тоже аккуратненько. Лучше близко не прижиматься. Вот эти вот большие комочки, да, вдоль стены, тоже не очень-то это не есть гуд. Они по закону подлости, они не в ковш будут падать, а на стену будут заваливаться. Как ты не делай. Четыре с половиной часа я уже тут вошкаюсь. О, замучился уже. Все, последние бровки собираю в кучу на вывоз. Просто много накинул на снега было с крыш, и на второй половине там тоже накинуло было. Ну нормально я сегодня поработал 10 часов. У меня спина летает, шея. Ладно. Всем пока на сегодня. Спасибо за просмотр. Пишите, лайкуйте.